идем, продолжаем по путь. Как говорится, по камням переходы. Здесь, по-моему, были дожди очень сильные, да. Потому что я последний раз здесь был буквально недели, ну, месяц назад, потому что тропа была другая. Да. Вот эти камни не было. Ничего это себе. Будто смыло, оттуда, смыло там, камни. Принесло оттуда. Вот это да. Отвалились, наверное, от гор. Так. О, зашли какие-то джунгли. Все-таки это джунгли. Такие называются, как по-английски, rainforest, по-русски тропический лес. На самом деле тоже тропический лес, потому что все растения такого же плана. Вот. Тропа размыта, были сильные дожди, ну и сейчас идет дождь. Фу. Комар оно залетел, подлец. Мы вышли к водопаду, вот он так мощно низвергается, шумно довольно, вот, все вокруг мокро, и от дождя, и от него, так, можно искупаться здесь, давно сейчас полезу купаться, такая вот местность. Люди, всем привет! Водопад горный, в баннице кладу. Сегодня дождь. От водопада тоже идет пыль такая водяная. Шумит. Шумит и стонет. Водопад широкий. Здесь можно, в принципе, искупаться, но что-то как-то пока не особо охота. Возможно, пойдем дальше к другому водопаду. Вот заходим опять в эти заросли кустар, блин, красиво так, обалденно, вокруг горы со всех сторон, то есть мы в какой-то ложбине, вот идем сквозь эти заросли кустарника, типа травы высокой, осоки что-то, на самом деле тепло на улице, как ни странно, я еще согрелся после купания, вполне себе хорошо. Так, течет, а мы идем. Куда идем мы с пикничком? Большой-большой секрет. Не расскажем мы о нем. Да-да, вернее, нет-нет. Интересное растение с такими вот шишечками, цветочками. Вот. Здесь еще то же самое, в принципе, вот они в таком виде. Ну и здесь такие желтенькие просто цветочки, тоже какой-то плющ с ягодками обвил. Вот места шикарные. Наша машинка. Он возит такие туристические автобусы с музыкой по всем этим местным достопримечательностям тоже. По горам. Вот сегодня дождь идет, поэтому погода не ледная, народу много приехало, мини выходные получается.
Все отели почти забиты. Улицы битком. О, ничего себе. Гидроэлектростанция самая первая в стране. Находится в городе Баньос. О, ничего себе. А вчера мы ехали здесь, я что-то даже не заметил ее. Нет, здесь вчера не ехали. А, не ехали? Нет, да? Нет, нет, нет. На плотине что-то сейчас, видимо, воды там нету, да, или что-то она копит воду. Вон электрические провода. Вот автобус рассказывает, тоже, видимо, банда. Да, фамилия. Парк. Да, это ботанический сад, потом можно еще посещать, если вам интересно. Потом посмотрим, да, сейчас на обратной дороге. Да, самые культовые места надо посмотреть. Самые ключевые. Приехали. О, автобус этот. Приехали на такую штуку. Будем сейчас через обрыв перелетать. О, какие собаки, хулиганки. Вчера укусили нашего гида, собака укусила за ногу. Сейчас как бы меня еще... Зыть. Блин, собака чуть не заводила. Надо быстрее валить. О, ничего себе. Здесь водопады шикарные. О, красотища. Красота какая. Сальто. Агуян. Здесь такие гигантские качели стоят, но они сейчас не работают. Под ними он курится, прячется, потому что дождик. Вот, о, едет к нам эта самая тележка, мы сейчас на ней поедем. Чисти как это несется. Вон. Сейчас мы на этой тележке поедем. Тут можно еще так полететь, просто как птицы, типа, привязать тебя могут, но... Пока что не готов я. Зачем, если вот здесь такая штукенция. Вот она приехала. И сейчас нас повезет, надеюсь. Прекрасная далека, не будь ко мне жестоко. Не будь ко мне жестоко. Начинаем нашу поездку. Из этой самой, ну, такой железной телеги. О, тронулись. Он сказал, поехали. Ничего себе. Ё-моё. Ёперный театр. Круто. Телефон держите очень крепко. Сейчас остановимся. Да. О. Едем на такой бандуре. Водопадом. Здесь река течет, которую перекрывает этим самым, как его зовут-то, гидроэлектростанцией. Вот, и вот водопады два небольших, но приятных. Так, приехали к таким водопадам. Вот. Мост качается. С такого моста вчера падали люди. Ведь не вчера, мы видели, как народ оставлял благословение святой местной, чтобы вот так вот, чтобы спасало их на таких мостах.